Вечера, о котором все говорили мы, весь ивент начался. Судьи готовы, спортсмены готовы. А вы готовы к главному событию сегодняшнего вечера? Жумабеков против Малыгина. Да, и очень легко сейчас в челноке двигаются бойцы. Оба бойца двигаются. Занимает центр октагона Жуман. Идет такая разведочка. Но потихонечку центр бойцов. Октагона сейчас забирает Жуман, начинает поджимать. Обострять. Пока очень мало ударов. Хороший левый боковой, попытка левого бокового. Лоу-кик в исполнении Малыгина. Как всегда, бой очередной начался с лоу-киков. Идет вперед Малыгин. Напоминаю, что сейчас идет на серии с двух побед. Отличная комбинация, отвечает передним апперкотом Вадим Малыгин. И хорошая серия в исполнении Жумана Жумабекова была. Такая быстрая боксерская серия. Правый боковой, левый снизу. Отлично, Малыгин! Подписан Жуман! Вадим Малыгин пытается закончить бой досрочно. Удар в корпус! Почувствовал удар! Попытка проведения трюка Жуману нужно ключевать! Вроде да, почувствовал запах крови. Вадим уже пытается просто как акула прыгнуть на своего соперника. Хороший левый боковой! Еле-еле! Это нокаут! Это нокаут! Это нокаут в исполнении Жумана Жумабекова! Апсет! Апсет со стороны Жумана! Жуман Жумабеков становится новым чемпионом NFC в легчайшей весовой категории. Что за раунд? Буквально видели все за эти секунды. Какая драма была сейчас. Что-то непонятное Биг происходит в октагоне. Бига драма шоу. Рефери просит вернуться. Я так понял, бой не остановлен. Что за непонятная ситуация? Я вот не могу понять. Нет, бой остановлен. И сейчас будет результат. Малыгин, по всей видимости, не согласен. С ранней остановкой поединка. Поединок был остановлен уже в первом же раунде. Схватку нокаутом выиграл наш боец Жуман Орлов! Жуман Жумабеков, новый чемпион NFC в легчайшей весовой категории. Поздравляем с этим достижением. Насколько был короткий бой, но насколько он был наполнен событиями.